печеньку копать. Маруся раз, два, три кали на чорнявая дівчина ззаду ягоду брала. Маруся раз, два, три кали на чорнявая дівчина ззаду ягоду брала. Ленинградскую область вновь посетил ансамбль русской песни «Бабкины внуки» из Брянска. 14 сентября они выступили в Ладейном поле на празднике города и были тепло встречены публикой. Брянский ансамбль также успел побывать в Александро-Свирском мужском монастыре и туристической деревне Верхней Мандраги. Сейчас артисты работают над записью нескольких новых песен и собираются снимать новый клип на песни «Озерушка». Возможно, живописные места Ленинградской области и станут съемочной площадкой на эту лирическую композицию. Напомним, что коллектив «Бабкиных внуков» образовался 3 года назад при Брянской сельхозакадемии. Его руководителем является Владимир Латенков. За небольшой период времени ансамбль успел полюбиться не только в России, но и за рубежом. «Бабкины внуки» не раз становились лауреатами всевозможных творческих конкурсов, представляли Россию на Олимпиаде в Лондоне, а теперь будут поддерживать нашу сборную на зимней Олимпиаде в Сочи. Огромное спасибо хочется сказать телеканалу «Свиринфо», потому что если бы не они, мы, наверное, бы к вам сегодня не приехали. А благодаря этому телеканалу мы буквально несколько месяцев назад были в Важинах. Вот. Славный поселок, славный город, славная река Свирь. Это мы встречали там рассвет. Замерзли, конечно. Ну что, поехали дальше. Когда мы были на войне? Поем вместе с нами. Меня вы